Министр для полиции сейчас спросил. Для полиции сейчас. Ну что? Ну что? А ну что сегодня сейчас? Сегодня приплыли на парламент Республики Молдова. Повтем? Сегодня кладу сейчас не нас. Ну да, вам треба так. Так сейчас для полиции. Ну что здесь, да? Его публик вот мы. А ну что здесь? Я кред как. Ну у нас клиника, ну вам ну что иди вонди, где знаю. Хватит не шмай, нужно мочить его не сантуарчи. Видите, человек, он не знает, если он из полиции или не из полиции. Просьба родственникам посмотреть на него, может, потеряли человека, он может не знать, куда возвращается. Есть такой кризис возраста, бывает. Как его? Он говорит, что как у меня. Ну, я знаю, что я не из полиции, значит, да. Ну, что смешного? Что? А из полиции это плохо, блин? Нет, конечно. Не плохо? Нет. А я думал, что плохо, судя по вашему выражению. А я видел, как вы давали указания, что делать полицейским. Вы, наверное, это... нет? Вам показал. А показал, да? Ну вы не офицер, ничего. Я не обязан вам отвечать. Ну просто спросил вас. Ну, вы пришли. Я просто вам ответил, что я не обязан вам отвечать. А, вы не обязаны? Конечно, не обязан.